Всем привет! Сегодня поговорим о стадиях в Revit. Итак, чтобы разобраться, что же такое стадии, открываем Revit, вкладку управления, стадии. Тут есть три вкладки, еще одни стадии, фильтры стадий и переопределение графики. Стадии – это есть, собственно, моменты времени, которые происходит наше строительство. По умолчанию это существующая и новая конструкция. Но мы переименуем. Это будет первая стадия. Это будет вторая стадия. И вставим еще третью стадию. Кстати, удалить стадию нельзя, можно объединить ее с предыдущей или со следующим. Вот, мы создали три стадии. Три стадии, допустим, строительства объекта. Дальше, есть фильтры стадий. Сейчас мы сюда... Мы просто удалим все, кроме первой. Потому что первую удалить нельзя. Почему я это сделал? Ну, вы просто потом будете создавать то, что вам нужно. А разбираться с тем, что есть, намного сложнее, чем понять основы. И переопределение графики. Начнем. Самой первой колоночки – это статус стадии. Всего их 4. Всегда было, есть и, я думаю, будет. Это существующее, то, что уже существует на момент, на данной стадии. Снесенное – это то, что мы сносим на данной стадии. Создать – это то, что мы создаем на данной стадии. И временные – это те, которые мы на данной стадии создаем, и на этой же стадии мы их демонтируем, уничтожаем, как будет угодно. Для наглядности я создам 4 стены. Создаю 4 стены. Так. Вот, 4 стены. Включим. Вот так. Все они создались во второй стадии. В принципе, мне это и нужно. Вторая стадия. Снова переходим в управление. Стадии переопределения графики. Мы находимся на первом этаже. И... Первый этаж – это разрез наших стен по уровню первого этажа. И поэтому нам нужно перейти в переопределение графики и в разрез. Существующие пусть останутся серыми, штриховка пусть будет. И пусть будет диагональ вверх 3 мм. И цвет серый, окей. Снесенные пусть будут линии красным, толщина 3, и штриховка пусть будет красной. То есть сейчас мы выбираем, как будет отображаться на чертеже та или иная стена в нужной нам стадии. Так, созданные будут пусть у нас синими. Обводка и, собственно, заполнение. Синее. Так, не заливка, а диагональ. Окей. И временные. Ну, временные пусть будут зеленым. Таким зеленым. Зеленые. Окей. Итак, мы переопределили разрез. И идем дальше в фильтры стадии и создаем новый фильтр. Пусть он будет фильтр 1, неважно. И здесь вы видите, что написано. Создать по категориям существующие переопределено, снесенные переопределено и временные тоже переопределены. Это обозначает, что
визуально будет отображаться то, что мы сейчас настраивали для разреза. То есть на стадии создать тоже давайте выберем переопределено, чтобы все наши четыре стены были такими, какими мы сейчас их выбрали по цветам. Так, снесенные. Здесь, правда, у нас нет штриховки диагональной. Добавим. Окей. Применить. Так. Дальше. Стадии. У нас есть стадия объекта и стадия вида. Вот. Мы сейчас находимся на первом этаже. И если посмотреть в свойствах, то это вторая стадия. А стадия объекта у всех стен отображается тоже здесь, когда мы выбираем. Это базовая стена. Вот, у нее тоже вторая стадия. Давайте их все перенесем в первую стадию. Как это сделать? Мы выделяем стадия возведения и стадия сноса. Стадия возведения – первая стадия. Но видите, что фильтр по стадии у нас показать все. Это не тот фильтр, который мы создавали. Мы создали фильтр один. Вот, это наш фильтр. И сейчас мы можем изменять у этих стен стадию создания. То есть это первая стадия, а это будет стадия вторая. Она сразу окрасилась синим, потому что она создается сейчас. Вот эту стадию мы демонтируем. Мы выбираем стадию сноса. Стадия сноса – это когда стена будет, допустим, сноситься. Она обозначалась сразу красным, то есть на следующий уровень, в следующую стадию она уже не перейдет. И чтобы показать, что это временная стена, мы сейчас находимся на стадии 2, а стена находится на стадии 1. На стадии может быть только на одной стадии. Она на одной стадии начинается и на этой стадии заканчивается. Это будет вторая стадия. Стадия возведения, стадия сноса. Вот. У нас есть 4 стены. Давайте подпишем, чтобы потом не путаться. Существующее. Монтаж. Демонтаж. И временная стена. Вот. Сейчас мы находимся на второй стадии. Этаж 1 – это вторая стадия. Если мы поменяем стадию вида на первую, то у нас останутся только две стены. Это существующая стена, чтобы не путаться, пододвинем ее сюда, и демонтаж, потому что они, у них стадия начала – это первая стадия. Вот. И здесь они окрашены синим, потому что на этой стадии они возвелись. Стадия 2. На этой стадии эти две стены окрашены это в серый, потому что она остается по-прежнему, но она уже построена, она существующая. И красная. Она на этой стадии демонтируется. И мы здесь дорисовали еще две. На постоянной основе монтаж. И временную, только на эту стадию. И она демонтируется на этой же стадии. Поэтому в стадию 3 перейдет только существующая стена и прошлая стена, которую мы смонтировали.
на стадии 2. Так, вернемся на вторую стадию. Допустим, нам нужно создать план монтажа. И у нас есть вот такой вот фильтр, и он нам не подходит, потому что если мы будем создавать план монтажа с этим фильтром, то у нас будут видны и монтируемые, и демонтируемые стены. А допустим, нам должны, чтобы мы видели только монтируемые стены. Поэтому мы копируем вид, копировать, переименуем и назовем его план монтажа. На плане монтажа мы должны видеть существующие стены и смонтированные стены, и временные стены. Пусть они будут тоже у нас на плане монтажа. А демонтируемые стены мы видеть не должны. Поэтому мы идем в стадии, фильтры стадий, создаем, называем его монтаж. Итак, создать, мы помним, что это стадия монтажа. Она по-любому должна быть переопределена и быть синенькой. Существующие. Они тоже должны быть переопределены и быть серенькими. Мы можем не переопределять, и тогда они будут черненькими, если по категориям. Но мы переопределим. Дальше. Снесенные. Вот снесенные нам не нужны. Не отображается. А временное переопределено. Окей. Фильтр для плана монтажа готов. Применить. Окей. Осталось только поменять фильтр. Монтаж. Все, демонтаж исчез. Если мы не хотим, чтобы у нас показывались временные стены или что-то, то в фильтре просто временные тоже выбираем не отображать. Все. Меняем фильтр. А, я изменил, видимо. Да, изменил не то. Вот, но сейчас один монтаж. Не отображать. Все, остались только существующие стены и монтируемые стены. В принципе, логика должна быть понятна. А вот стадии, они идут из прошлого в будущее, создаются... Ну, в хронологическом порядке. Это самое раннее, а это самое позднее. Фильтры стадии мы тоже научились создавать. Переопределение графики. Вот здесь есть, кроме разреза, то, что мы сейчас видим на экране. Кроме разреза есть еще проекция на поверхность. То есть вот это для планов. А вот проекция для общего вида на здание. Давайте настроим проекцию. Пусть это будет тоже троечка по толщине. Так, ну пусть будет серая, окей. Сплошная. Снесенная пусть будет красным. По толщине тоже троечка, окей. Созданная пусть тоже будет троечка. Синяя, окей. И временная пусть будет зеленым. Тоже троечка. Вот. Это мы сейчас настроили, как будет отображаться в общем виде на здании. Без разреза. Применить. Окей. Давайте вернемся из фильтра монтаж в наш первый фильтр. Вот. И сейчас общий вид на здание. Мы видим... Действительно, как мы настроили, так и получилось. Стадии. Вторая стадия, только нужно настроить здесь тоже фильтр. Фильтр наш первый. Вот, теперь все верно. Серый, синий, красный, зеленый.
Если хотим, чтобы отображалась толщина, отжимаем кнопку. Все. А если посмотреть на 3D, то и фильтр применить тоже окрасятся границы в нужные нам цвета. С переопределением графика и проекции поверхности понятно. Чтобы поменять вот тут заливку, можно сделать из штриховки заливку сплошную, допустим, цвет нужен нам. Сплошная заливка существующая. Пусть будет серая, окей. И вся стена превратилась в серый комок. Нам это не нужно. И осталось последнее. Это материал. Давайте выберем любой материал. Пусть это будет бетон. Нет, пусть это будет вишня, она отображается визуально по-другому. Окей. Применить. И вроде бы ничего не произошло. Но оказывается, что это только для реалистичного вида. Вот. Если эти стены у нас остались кирпичными, то эта стена стала визуально как дерево. Можете использовать это, чтобы все стены на определенной стадии сделать из одного материала. А на всех остальных стадиях пусть они остаются из разных материалов. Это очень удобно, когда хочешь сразу все стены покрасить в один цвет. Так. Ну и вот полутонами, допустим, сделаем. Видим, что линии стали еще светлее. Вроде бы все аспекты проговорил. Существует несколько стадий, и на каждой стадии есть 4 варианта существования элемента. Это существующий еще с прошлой стадии, смонтированный на этой, демонтируемый на этой стадии, и смонтированный на этой, и демонтируемый на этой же стадии. Вот, в принципе, и все. Это было мое первое видео. Чуть-чуть сумбурно, но я думаю, что если вы досмотрели до конца, вам стало все понятно. Спасибо за внимание. Ждите следующих уроков.